Отличный пас и 1-0. Счет в этом матче открыт. Ох, какой отскок! И счет становится 4-1. А все почему? Да потому что Александр Радулов устоял на ногах. Вот это и есть физическая, вот буквально в чистом виде физическая сила. Теперь возможность Алтонена и гол! Великолепный бросок с неудобной руки! Шайбу забросил Александр!